Используя телескопы Европейской Южной обсерватории и других организаций по всему миру, астрономы заметили редкую вспышку света от звезды, разрываемой сверхмассивной черной дырой. Явление, известное как приливный срыв, является ближайшей подобной вспышкой, зарегистрированной на сегодняшний день на расстоянии чуть более 215 миллионов световых лет от Земли, и было изучено с беспрецедентными подробностями. Во время таких событий звезда испытывает спагеттификацию. Ее материал растягивается в нити при падении в черную дыру. Это событие, самое близкое к Земле из когда-либо зарегистрированных, показало, что черная дыра выталкивает звездные обломки наружу, поедая звездный материал. В прошлом у исследователей были проблемы с исследованием этих событий, поскольку они часто скрыты завесой из пыли и мусора. Это открытие помогает нам лучше понять сверхмассивные черные дыры и то, как материя ведет себя в условиях экстремальной гравитации вокруг них. Здравствуйте! Уделите, пожалуйста, внимание. Наш канал научно-просветительский. Помимо основных видео, здесь есть лекции, подкасты, интервью с научными сотрудниками высших образовательных учреждений. Также мы для удобства разместили плейлисты по общим тематикам. Если вы хотите получать от нас уведомления, просто подпишитесь на канал. Также у нас есть группа ВКонтакте, в которой мы своевременно публикуем материалы и научные достижения.